Летом еще 2021 года индивидуальный предприниматель из ближнего зарубежья взял подряд на ремонт печного отопления в муниципальном жилом фонде Соликамского округа. Итоги проделанной работы он, однако, сильно приукрасил. После того, как ремонт был выполнен, мужчина подписал акт приемки и подготовил справки о стоимости понесенных затрат. Подложенные документы он представил в муниципальное бюджетное учреждение, после чего в установленные договором сроки администрация Соликамского городского округа перечислила на его расчетный счет 630 тысяч рублей. Но после коллегиального обследования и проведения замеров отремонтированных печей аудиторы установили, что объем проделанной работы со всеми материалами тянет не на 630 тысяч, а едва ли на 100. Такие махинации в Уголовном кодексе называются мошенничество и рассматриваются по части 3 статьи 159. Наказание по части 3 статьи 159 УК РФ – штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Прекратить дело примирением с потерпевшим или через возмещение ущерба невозможно, так как это тяжкое преступление. В настоящее время материалы уголовного дела уже направлены в суд.